И снова здравствуйте, всем привет. Итак, захотелось, вот задумка появилась, значит, сделать анимацию в будущем. Том Сойер. Персонажа еще пока нет, буду потом, наверное, лепить. Ищу информацию, как вот забор он красил, как можно сделать это в блендере, да? Нашел, и вот хочу законспектировать. Давайте попробуем, вот набросал я такой вот, значит, по-простому валик. Так, выбираем валик. Смотрим, давайте ему поменяем текстуру с черной, наверное, на... Так, будем красить, пусть будет красная, да? Так, есть такое дело. Следом что у нас идет? Нам нужно сочетание Shift-A, добавить mesh, добавить план, сделать ему, давайте, побольше, типа будет как стена. Так, можно его немножко даже как бы углубить, чтобы валик, ну, не сильно в него погружался, да? Так, теперь что сделаем? Теперь нужно настроить динамики. Значит, сначала на сам валик давайте добавим Subdivision Surface на двоечку. Потом добавим, значит, Displace. Добавим новую текстуру. Найдем текстуры, значит, добавим теперь Clouds облака, поставим 0,15. Так, есть такое дело. Теперь заходим опять в модификаторы. Здесь поставим 0,9, а ну-ка. 0,09. Так, уже получше, наверное, будет. Так, теперь ставим, значит, на вот этот валик физику Dynamic Paint. Это будет у нас, значит, Host Canvas. А, не, пардонте, это будет у нас Brush, будет рисовать. Add Brush. Следом на Host делаем Dynamic и ставим ему Canvas Add. Следом здесь ставим вертексы, а мы поставим Image Sequence. Это секвенция. Так, теперь поставим, ну пусть будет 256, но можно больше ставить. Там 1000, еще поболят, 2000 можно ставить. Находим теперь Output, вывод. Так, теперь, перед тем, как запекать на сам холст, поставим, значит, найдем папку. Так, пардонте, куда будем сохранять? В любую папку, в любой раздел создаете, и все это будет туда сохраняться. Так, формат PNG. Так, теперь что у нас получается? Все нормально. Вроде бы тут оставляем. Пока это оставляем. Теперь записываем анимацию. Не буду я показывать, как делать анимацию, значит, с кручением валика. Роликов много на канале и по вентиляторам, и по вот этим всем пушкам, кручениям. Ссылку оставлю под этим роликом в описании. Так, выбираем, значит, сразу через Shift все вот эти детали, потому что они не склеены, не объединены. И пишем, значит, первый кадр будет вот здесь. Английское «И». Нажимаем «Локация», «Ротация». На 20-й кадр ставим, переводим его вверх. Пишем «И», «Локация», «Ротация». И на 40-й, значит, на низ. Так, «И», «Локация», «Ротация». И вот это дело... Shift-D, можно, значит, скопировать. Теперь заходим на холст, находим внизу, сколько будет вывод кадров. Так, это вот запекание, 250 стоит, ставим 80. Ну, можно писать и больше, там, до 200 кадров, чтобы туда-сюда ходило, интереснее будет. Так, что еще?
Значит, с 1 по 80 будет вывод. Так, теперь все это дело давайте запечем. Здесь я тоже поставлю количество кадров 80. Запечем bug image. Вот сейчас все это дело прогоняется. Все, прогон закончился. Теперь заходим в шейдинги, ставим новую текстуру, находим image текстур, добавляем, open, находим, где у нас вот эта папка с этими картинками, выделяем их все через shift, левая кнопка мыши, open image, вот тут 80 их уже подсоединилось. И теперь, значит, какую штуку делаем? Подключаем Base Color, Ctrl-Shift зажимаем и левый щелчок по вот этой, как вот, по ноду. Так, теперь что у нас получается? Здесь можно ее, значит, отцепить. Вот эта штука, можно ее не ставить. Теперь добавляем Add Color Mix RGB. Смотрим, что да как. Альфу, так, эту переключаем color на color 2, а альфу подключаем пак вот на этот. Так, что еще можно посмотреть, как она будет работать. Так, почему-то она у меня синим красит. Значит, что не проблема. Ставим предварительный авто рефреш, чтобы посмотреть. Теперь просто поменяем цвет. Почему-то синий. Так, а это у нас физика. А, вот он стоит, синий. Надо его поменять на красный. Это вот браш, который рисует вот этот. И значит, нужно папку теперь очистить и перезаписать вот этот рендер. Ну или валику сделать синий цвет. Будет там нормальность. Так, давайте теперь я удалил, значит, картинки и перезапечем вот это все дело. Так, это будет красным она теперь красить. Bug image. Так, теперь опять же шейдинги. Так, и сюда, значит, загрузим вот эти все красные. Смотрим, что получилось. Ну вот теперь красным красит, все нормально. Вот такая штукенция будет при анимации. После рендера так будет делаться, да? Так, теперь что у нас тут с цветом? Layout. Настраиваем, включаем свет ему, значит. Можно солнечный, можно просто поставить, наверное, солнце. И на солнце слишком многовато. Так, сколько поставить? Так, 0,200. Так, немножко его подкорректируем, значит, на запад, на подсветку. Маловато, наверное, будет. Так. А это много. Ну, так уже побольше, получше будет. 10 тысяч. Так, теперь что у нас с камерой? 0 нажимаем. Ну, в принципе, если персонаж будет это все дело красить, то потом будет уже выставляться камера. Так, сейчас, значит, Shift F. Немножко погуляем. Немножко отдалимся. Ну вот, вот так все это дело будет, значит, работать. Ничего, прикольная штука.
Осталось теперь персонажи, забор. И будут они, значит, с Гекльберри Финном красить забор. Вот такая информация. В принципе, прикольно и недолго. Так, значит, вот такая информация. Все, всем пока. До свидания.